Что касается сегодняшнего моего сообщения, то оно звучит таким образом. Московские ведомости против Владимира Соловьева. Речь пойдет о полемике, которая возгорелась 19 октября 1891 года в здании Московского университета в круглой аудитории на втором этаже, где обычно заседали члены психологического общества. Но прежде чем приступить к рассказу, я хотел бы выразить свое отношение к инциденту, который состоялся вчера на пленарном заседании. Я вижу, что кто-то из здесь присутствующих был вчера на заседании. Что я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что было бы два выступления архимандрита Вениамина и почетного профессора нашей академии Льва Евгеньевича Шаповалова, которые, говоря о философии истории, мне кажется, сделали абсолютно недопустимое утверждение, когда они возвели в ранг субстанциального абсолютную чуждость Европы и России и постоянную агрессивность Европы по отношению к России. Я считаю, что с Николаем Яковлевичем Данилевским давным-давно пора проститься. Я считаю, что сложные вопросы взаимодействия различных регионов и культур христианского мира не могут решаться столь прямолинейно, как это было предложено в этих двух докладах. Вот я это сказал, и теперь могу приступить к своей теме. Значит, я уже сказал, что реферат был прочитан Соловьевым 19 октября 1891 года. Сущность выступления Соловьева свелась к следующему. Смысл христианства состоит в том, чтобы по истинам веры преобразовывать жизнь людей. Однако современное христианство – это и не христианство вообще, а всего лишь его извращенная форма, называемая средневековым миросозерцанием, то есть смесь христианства с язычеством. Язычество – широкое понятие, в котором первой составляющей является государственность и социальность. В результате вот этой вот смеси христианство, в этой смеси, приобрело три греха. Догматизм. При языческом строе жизни истины христианства потеряли свой смысл нормы. Эти истины, потерявшие преобразовательную силу, стали догматами, условными знаками церковного единства и послушания церковным властям. Следствием этого, в свою очередь, то есть таких условий, при которых языческая жизнь
была прикрыта христианским флером, у настоящих христиан возникла идея личного спасения. И таким образом второй грех современного христианства – это трансцендентный эгоизм или односторонний индивидуализм. Третьим грехом современного христианства является ложный спиритуализм, пренебрежение к миру в самом тесном смысле, пренебрежение к обществу, к публичной культурной жизни, к природе, как к какому-то якобы злому началу. Изложив все эти позиции и завершая доклад, Владимир Сергеевич заявил, что Христово дело сегодня исполняют неверующие люди, прогрессисты, которые уничтожили пытки, которые уничтожили гонения на иноверцев, которые уничтожили рабство, а в России крепостное право. Социальный прогресс совершался в Христовом духе, но этот Христов дух несут неверующие прогрессисты. Это была основная часть доклада. Но во время прений по реферату, они проходили в тот же день, Соловьев, говоря о грехах исторической церкви, вдруг заявил, что инквизиция как институт родилась еще при римском императоре Феодосии, и что она свойственно всей церкви, и в том числе православной восточной церкви. И вот по содержанию этого реферата и состоялась полемика, которая началась в тот же самый вечер, и продолжилась таким образом, острие этой полемики выпало на последние 10 дней октября, ноябрь, декабрь и первую неделю января месяца следующего года. Но помимо этого и как бы вдогонку этой полемики еще были полемические материалы, с одной стороны, как-то защищавшие и оправдывавшие позицию Владимира Сергеевича, речь идет об Антонии Храповицком, и защищавшие и оправдывавшие позицию Московских ведомостей, это Беляев с большой статьей «Истинное христианство и гуманизм». Таким образом, дискуссия была довольно краткой по времени, довольно жесткой по формулировкам, по выводным формулировкам и очень большой по количеству представленного публике дискуссионного материала. Я вам скажу только об одном примере. С 21 октября и до конца 1891 года вышло 69 номеров Московских ведомостей. В 28 из них редакция предложила 43 материала по дискуссии. Полемика в основном велась между сотрудниками Московских ведомостей, небольшим коллективом авторов, сплотившимся вокруг Московских ведомостей, и Владимиром Сергеевичем Соловьевым, один против всех.
Владимира Сергеевича Соловьева поддерживала либеральная печать. Какие-то консервативные органы одергивали явно взорвавшиеся московские ведомости, но в основном полемика была между Соловьевым и небольшой группой авторов, сплотившихся в редакции московских ведомостей. Но кроме этого, и уже косвенно, и по совершенно иным функциям в этой полемике были задействованы множество других лиц. Отец Николая Яковлевича Грота, председателя психологического общества, академик Яков Карлович Грот, попечитель Московского учебного округа Капнист, Константин Николаевич Леонтьев, архимандрит Антоний Храповицкий, Константин Петрович Победоносцев, великий князь Константин, министр внутренних дел Дурново Петр Николаевич и другие. Отзывы на эту полемику были практически во всех органах печати того времени. Дискуссия шла по двум руслам. Первое русло стало складываться уже во время обсуждения реферата. На спокойные замечания Говорухи Отрока, что инквизиция была введена католической церковью, Соловьев запальчиво возразил: «Что вы! Первое инквизиционное судилище было утверждено при Феодосии. Возьмите учебники». И потом Соловьев всегда отстаивал мнение, что инквизиция была общей чертой христианства. При этом всегда постоянно подчеркивал присутствие инквизиции в православной церкви. Разумеется, московские новости не могли принять такой неправды. Если газета и признавала инквизиционные акты, то только в порядке исключения, указывая, что институционально инквизиция принадлежит католической церкви. И вот, начиная с 30 октября, в газете появляется целый ряд экскурсов в историю инквизиции, написанных выдающимися русскими учеными, профессором Московской духовной академии Заозерским, профессором Московского университета Павловым, профессором Санкт-Петербургского университета Горчаковым. Все они подтверждали неоспоримую аксиому, а именно, что Восточная Православная Церковь есть единственная истинная православная церковь, сохранившая Дух Христов во всей его чистоте, не запачканная инквизицией. Но Соловьев упорно сопротивлялся этой аксиоме. При этом, как замечает Алексей Федорович Лосев, Соловьев, отстаивая свою позицию, допускал слишком большое преувеличение и даже некоторого рода казуистику, будучи при этом не всегда на высоте логически выдержанного исторического мышления. Упомянутым профессорам Московской духовной академии ничего не стоило указать на редкость и исключительность инквизиционных процессов в византийско-московском православии, в то время как на Западе это было нормой в течение нескольких веков. Вот эта вот часть или это русло полемики я затрагивать не буду. Вопрос ясен, вопрос решен. Соловьев уперся. Соловьев капризничал. Соловьев не хотел признавать очевидного. А вот другую часть, ту часть, в которой были затронуты вопросы природы христианства,
которой были затронуты вопросы, а в какой мере неверующие прогрессисты являются христианами? И какова основная задача христианина в этом мире? Вот эта вот часть дискуссии является предметом моего рассмотрения. И для того, чтобы правильно понять, что там происходило, нужно знать, что 1891 год для России был очень тяжелым годом. Это был год начавшегося голода, который охватил почти две трети губерний России. Интеллигенция, как всегда, находила, что власть спохватилась очень поздно, что она ведет дело неумно, а дело поправится только в том случае, если к борьбе с голодом будут привлечены организованные силы интеллигенции. Но 1891 год – это политика контрреформ Александра II, Александра III, прошу прощения, оговорка, политика контрреформ. Она на такой союз не давала никаких надежд, это снова возбуждало конфликт между общественностью и властью. «Опять мне все сердце перевернуло», – пишет Софья Андреевна Толстая своему мужу. «И хочется забыть, и закрыть на это глаза, и невозможно, и помочь нельзя, слишком много надо». А как в Москве это ничего не видно? Все то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины. И все покупают и устраивают свои дела, как я. Пошло, чисто устраивают свои уголки. Откуда они будут смотреть в ту даль, где люди мрут с голоду? И семейство Толстого включается активно в борьбу с голодом, и в борьбу с голодом включается Владимир Соловьев. Сгоряча он сочиняет две очень дерзкие статьи. Первая – это «Народная беда и общественная помощь» для октябрьского номера «Вестника Европы». А вторая статья – «Наш грех и наша обязанность» для северного вестника, который только-только перешел в руки Любови Гуревич. Первая статья довольно спокойная. Причины голодных годов в России очевидны. Это общинное ведение хозяйства, уже пережившее свой век. Это отсутствие у крестьян культуры. «Недостает народу», поясняет Соловьев. Конечно, не православного благочестия, которым он, несомненно, обладает, а культуры, без которой ему грозит материальное разрушение и гибель. Сейчас нужно создать прочный союз свободных индивидуальных сил, солидарно и сознательно действующих для улучшения народной силы. Но он знает, что решено ни под каким видом не допускать общественной помощи голодающим. И совершенно расстроенный, он начинает пророчествовать о скором наступлении переворота в России и даже время подсказывал с четкой определенностью июнь следующего года, 91-го. Сам думал поехать куда-то на запад, а генералу Драгомирову, чтобы под руководством генерала и революционного архиерея поставить дело на нужную ногу, И поэтому довольно энергично была написана статья для «Северного вестника» «Наш грех и наша обязанность». Он упрекает общество за разобщенность. Радикалы заняты приготовлением совершенно бессмысленных злодеяний. А их противники
сочинением все более и более варварского разрушения, сочинением и все более и более варварским разрушением различных вопросов на почве национальной и религиозной вражды. А я, Соловьев, принадлежу к тем, кого Бог спас от этого увлечения распрями, кого Бог спас от этого забвения помощи народу. Я считаю своим правом и своим долгом еще раз сказать обществу: покайтесь теперь, потом будет поздно. Вы отреклись от истинного христианства, и вместо того, чтобы смягчать и устранять старые исторические обиды, разделяющие человечество, вы стали всячески отягощать их и умножать новыми изобретениями. Победоносцев так и ахнул. Статья цинически бесстыдная и соблазнительная. Буренин. Право, можно подумать, что Соловьев прямо метит на амплуа Иеремии или Исаии. А Николаев, литературный критик, давний охотник за Соловьевым, а Николаев снова возобновил свое занятие, написав очередной фельетон. Однако что же такое Соловьев понимает под истинным христианством? Из всех писаний Соловьева никак нельзя понять, что он понимает под истинным христианством. Вот таким был пролог к вечеру 19 октября. И выступая в актовом зале Московского университета, там была такая ситуация. До 19 октября в Московском психологическом обществе было два заседания. На каждое из заседаний пришло по 20 человек. Вот ровно как, столько, сколько нас. По 20 человек. А когда был объявлен Соловьев, то пришло 80 членов общества и больше 300 человек посетителей. Так что пришлось быстренько переносить их в актовый зал. И заседание, чтение реферата происходило в актовом зале Московского, ну, того, что на Маховой, конечно, И вот на этом вот заседании автор не мог, конечно, умолчать о голоде. Земная природа отказывается кормить человечество. Нужно восстановить солидарность на основе настоящего христианства, когда его истина признается не отвлеченно теоретической, а как норма действительности и закон жизни. Восстановив нравственные отношения между собой, люди восстановят нравственные отношения к природе как к живому существу. Спасем природу от омертвения, и она спасет нас от смерти. И, наконец, докладчик делает роковое для себя заявление. Неверующие прогрессисты стараются, худо ли, хорошо ли, создать такую солидарность. И кое-что уже сделали. А те, кто именует себя христианами, не верят в успех их дела, злобно порицают их усилия, да еще и противится им. И вот 20 октября было воскресеньем, газеты не выходили, скандал начался в понедельник, 21 октября. Московские ведомости расстарались. Но прежде всего они, конечно, во-первых, поместили полностью тезисы реферата Соловьева, рассказали, вернее, указали фамилии всех, кто участвовал в обсуждении этого доклада. И кроме этого, напечатали письма слушателей этого реферата. Вот одно из писем Афанасьева, М. Михаила Афанасьева. Боже мой, что это был за реферат?
Это не было ученое исследование. Это было популярное и сплошное углубление над тем, что только есть дорогого для русского человека, на Святой Православной Церкви. Того, что публично во всеуслышание говорил Соловьев, я не только что в каком-нибудь обществе, да даже в частном разговоре никогда на своем веку не слыхал. Ему помог Николаев. Николаев – это псевдоним Говорухи отрока Юрия Николаевича, замечательного литературного критика того времени. Никто, конечно, не станет спорить, это был вовсе не ученый реферат, а просто бойкий фельетон, написанный с целью возвеличить деятельность неверующих людей в сравнении с деятельностью обеих церквей, западной и восточной. В церкви, где не было и попыток деятельности, направленной к общему благу, все сделали неверующие люди, а публика не только выслушала эти нелепости и всю эту неправду, но еще и наградила референта аплодисментами. Соловьев пишет первое письмо в редакцию «Московских ведомостей». Все, что сказано у Афанасьева и Николаева, все это искажение моих мыслей. Но не указал, в чем именно искажение моих мыслей. И, следовательно, дал возможность своим оппонентам уточнять, в чем именно он исказил христианство. И на следующий день, уже 22 октября, «Московские ведомости» дают передовую статью «Новейший акт противохристианской пропаганды Соловьевым». Для русского народа нет вопроса более существенного, более важного, чем вопрос о вере. Религия русского народа является не только связью с Богом, но и связью с самим собой, соединяющей всех русских в одно могучее органическое целое и придающей этому целому одухотворяющую жизненную силу. Сейчас в русских умах началось возрождение религиозного интереса, они скоро порвут с недавним постыдным позитивистским атеистическим прошлым, но некоторые иные люди хотят воспользоваться возникшим в обществе религиозным движением для достижения своих целей. Им желательно сбить общество с толку именно в вопросах религии. И таким образом для сей цели приспособлена лживая доктрина, будто можно делать дело Христово, не признавая божественности Христа, а занимаясь подготовлением социальных переворотов с прогрессивными целями. Проповедь Соловьева не ограничивается религиозной сферой, она имеет политическое значение и уже по одному этому не может оставлять равнодушными даже тех из нас, кто еще не привыкли придавать религиозным вопросам ту первостепенную важность, которая принадлежит им в любом государстве, а в России в особенности. И вот это вот политическое обвинение Соловьева, оно быть может, было одобрено Константином Петровичем. Во всяком случае, по Москве ходили слухи, что 21 октября Константин Петрович был в Москве, и к нему разные господа являлись лично с доносами на общество, на психологическое общество. Вот таким образом началась полемика. Но! Конечно! Выступление Соловьева 19 октября нужно признать неосторожным. Он умолчал о большем, чем уже сказал. Об этом генерале Драгомирове он здесь не говорил. О революционном архиерее он не говорил.
Он не говорил о возможном перевороте, об этом он здесь не говорил. Но все равно все было подано в вызывающе профетическом и даже скандальном тоне. Поэтому полемика вспыхнула, как сухие дрова от спички. И вот оппоненты Соловьева, люди, которые занимали прочные позиции русского политического консерватизма, они знают, что за ними стоит сила государства и церкви, они очень солидарны, они наступательно агрессивны в отношении либералов и иных прогрессистов, им легко и приятно говорить свою правду, русскую, православную, анархическую, проправительственную. Иное дело, настроение Соловьева и его друзей из Вестника Европы, из либерального Вестника Европы, они, конечно, вполне законопослушны и даже монархичны, но они не любят бюрократов, как правительственных, так и церковных чиновников. Они хотят просвещения, культуры, спокойного органического развития и хотя бы немножко самоуправления. Они надеются, что правительство их услышит и внемлет им. Но пока этого нет, нужно выступать осторожно. А Соловьев все нарушил. Может быть, поэтому либеральная пресса очень скупо отзывалась на выступление Соловьева. Московские ведомости преследуют две цели. Первая цель – указать на тот вред, который Соловьев приносит русскому обществу и русскому народу. Вторая цель – обнаружить по существу полную противоположность соловьевского христианства догматике православия. В полемику три полемиста внесли наибольший вклад. Первый из них – это Владимир Андреевич Грингмут, в настоящее время заместитель редактора «Московских ведомостей». Второй из них – Иван Сергеевич Дурново, публицист. Третий – Юрий Николаевич Говоруха Отрок. Эти люди – особенные люди. Они не только близкие знакомые Константина Николаевича Леонтьева, но еще и его последователи. В их выступлениях всегда слышны леонтьевские мотивы. Юрий Николаев находил соображения Леонтьева о русских либералах в высшей степени современными и своевременными. Иван Сергеевич Дурново, и не только он один, при своем анализе европейского прогресса пользуется критериями Леонтьева. Что касается Александрова, он подписывал, Анатолия Александрова, это друг Леонтьева, подписывался псевдонимом «Православный мирянин». Что касается Александрова, то он в полном согласии с Леонтьевым, более того, прямо так и его словами, раскрывал действительную нравственную сущность трансцендентного эгоизма. Этот трансцендентный эгоизм при более пристальном внимании, рассказывает православный мирянин, оборачивается грандиознейшим альтруизмом. Константин Николаевич Леонтьев скончался 12 ноября, в самый разгар полемики. До последних дней он внимательно следил за полемикой, писал участникам полемики различные письма и, переживая известие о реферате, грозил сатане, это его слово, сатане Соловьеву костылем. Ну, могу зачитать,
и завопись. Так вот, в связи с этим, я, пожалуй, бы дерзнул утверждать, что полемика по случаю реферата Соловьева стала первой масштабной попыткой использования идей леонтьевского византизма в социально-культурной практике. Все эти три человека, я называю главных участников, говорили голосом Леонтьева. И я полагаю, что можно это так оценить. Постоянный мотив авторов «Ведомостей» – это мотив несовместимости христианства и либерализма. Сам-то Соловьев в «Идолах и идеалах» как раз изображал либерализм вроде какой-то земной проекции христианства. Газета не соглашалась. Либерализм есть прямое отрицание христианства, и кому же это неизвестно? Совершенно возможен верующий либерал, но это будет непоследовательный либерал. Совершенно возможен либеральный христианин, но это будет непоследовательный христианин. Вот и все. Ну, что касается представления о христианстве у московских ведомостей, то оно совершенно ясно, как совершенно ясно их представление о либералах, об интеллигенции. Но достаточно зачитать, предположим, одну цитатку из передовой газеты, из передовой «Московских ведомостей» от 16 ноября. Либералы. Они не хотят знать ни истории, ни нравов, ни культуры своего народа. Они не понимают и не знают совсем народа, которому желают навязать неоспоримые с их точки зрения блага европейской цивилизации, наивно веруя в их спасительность, как правоверные в свой Аль-Коран. Либерализм, как учил Константин Николаевич Леонтьев, это опаснейший враг России и христианства. Более опасен, нежели анархизм, нигилизм, нежели прямая революционная пропаганда. В либерализме Константин Николаевич видел медленно, но наверняка действующее, разлагающее начало. Медленно действующее, но страшную силу, силу пошлости. Он думал, что ни нигилизм, ни революционная пропаганда не в состоянии сокрушить крепкого организма России, но был уверен, что либерализм наш именно силой своей безличной пошлости может подточить этот организм, как мириады ничтожных, каждое само по себе насекомых, подтачивают вековой дуб. И Николаев дает замечательный и краткий очерк возникновения интеллигенции из среды разночинцев, которые сменили дворян в русской культуре. Здесь можно зачитывать с упоением Юрия Николаева. Я постараюсь быть коротким. Либералы, покойно устроившись на казенном жаловании, в администрации или в университете, за пятачок серебром пописывают статейки о народных страданиях, не забывая заботиться о своих удобстве и благополучии. Они даже могут считать революционеров героями и даже святыми, но ни один из либералов не пойдет за святым, хотя понятно, что последовательный либерал должен быть революционером, социалистом и атеистом. Чернышевский, Добролюбов, Писарев употребляются Николаевым только в уничижительном значении. Михайловский и Скобичевский – это отставные будочники прогресса.
Эти последние и их присные настолько измельчали, что Николаев даже не решается назвать их либералами, помня о нашем старом, добром, романтическом либерализме Герцена и Грановского. И Николаев тоже предпочитает революционеров и нигилистов в силу их определенности, хотя и видит в них кару исторической немезиды, обрушившейся на нас за наши исторические грехи. Удачную попытку показать несовместимость христианства и либерализма предпринял Иван Сергеевич Дурново. Он в свое время превратил прогрессивный левый благосветовский журнал «Дело» в консервативный орган. Это было в конце 60-х, начале 70-х годов. А в 1905 году Иван Сергеевич стал первым редактором газеты Союза русского народа «Русское знамя». Он пишет большую статью на два подвала, в которых он показывает, что, во-первых, имеются внутренние противоречия соловьевской концепции, которые делают ее абсолютно неприемлемой для либералов. И, во-вторых, обратившись к практике европейских либералов, европейских прогрессистов, он показывает, что результаты их исторической деятельности никак не могут быть приняты христианином. Вот по первой задаче. Если соловьевское христианство будет осуществлено на деле, то в новом обществе каждый человек станет прежде всего вероисповедником, а потом уже членом какого-либо коллектива. В обществе развилась бы огромная обрядовая сторона и колоссальная теологическая казуистика. Разрешать ее станут жрецы, он пишет, жрецы, а общество превратится во всеобъемлющую и всепоглощающую теократию, совершенно непригодную для либерала. И он проводит параллель с евреями. Евреи с их громадной обрядовой и казуистически-теологической аргументацией в своей религии, охватывающей человека во всех проявлениях его жизни, рассеялись по свету и не приступают к созданию общественного и государственного устройства, которое бы соответствовало их идеалу. Они приспосабливаются к другим общественным и государственным устройствам, там, где им выгодно приспосабливаться. Это первая сторона критики Дурново. Вторая сторона. Каковы же результаты европейского прогресса? Тут он столько нагромоздил ужасов, ужасов революции, ужасов безработицы, ужасов пауперизма. В общем, можно завершать. Я не хочу бередить читателей картинами ужасной нищеты, неслыханных страданий и безграничного нравственного падения рабочего класса Европы. В европейском обществе широко катится материальная, лишенная религиозного смысла и чувства жизнь, по трупам слабейших, насилуя их душу, заглушая их стоны и предсмертные вопли. Свобода стала источником разногласий и вражды, равенство – синонимом гибели неприспособившихся, слабейших, а братство – риторическим украшением первых двух лозунгов. Кроме этого, конечно, понижение качества культуры. Да, мысль освободили от религии. И дала ли она что-нибудь близкое к произведениям Августина, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Декарта, Лейбница, Гёте? XIX век ничего не дал, кроме сухих методологических попыток позитивизма и мрачных проклятий пессимистического отчаяния.
спекуляции в области трансцендентного заменились эмпирическим наблюдением и умелостью, достаточным лишь для движения вперед естествознания и развития технической эксплуатации природы. И уж не говорю о нравственном прогрессе, его нет. Таким образом, вот результаты либералов, Московские ведомости. А у нас разврат ума и сердца еще не дошел до таких пределов, как на Западе. У нас влиянием верующего народа нашего, как влиянием океана, умеряется и знойность отрицания, и сухость рационализма. У нас в последние годы замечается жажда веры, веры живой, дающей пищу уму. И вот эта вера живая проснулась тогда, когда праздновали открытие памятника Пушкину, когда произошел взрыв на Екатерининском канале 1 марта. Но вот пришла беда, 91 год, голод, и либералы оживились. Сами неверующие, они для достижения своих целей охотно прибегают к религиозному учению Соловьева, который мешает либеральный катехизис с катехизисом Филарета. Но союз христианского мыслителя с либералами не был загадкой. Дело в том, что Соловьев – это сторонник прогресса, это главное в нем – и либералам нет дела до его теорий. Они недоступны мистицизму. Они рукоплещут Соловьеву только потому, что он является полезным для них орудием, которым они стараются расшатать существующий государственный и религиозный строй России. После чего они надеются ввести у нас конституцию и атеизм. И уж, конечно, не папу и не пророка. И вот розыск политического смысла вот этой вот смеси Филарета с православным катехизисом 9 ноября завершился сугубо политическим и доносительским выводом. Появляется передовица «Либеральная эксплуатация народного бедствия». И к этой передовице дано набранное мелким шрифтом внизу столбца, набранное мелким шрифтом примечание, довольно долгое, довольно большое. И, конечно, читатель обязательно обратит внимание на это примечание. Он может скользнуть глазами по нормальному шрифту передовой, но на это примечание обязательно обратит внимание. Здесь сообщается. 1 ноября в «Русских ведомостях» Толстой опубликовал статью «Страшный вопрос», призывая общество к самоорганизации в борьбе с голодом. 1 же ноября берлинская «Allgemeine Zeitung» в статье «Бедственное положение в России и его политическое значение» говорит о неумении правительства руководить ситуацией и говорит о том, что революционеры будут использовать эту ситуацию в своих целях. 1 же ноября в Москве должен появиться очередной номер вопросов философии и психологии со статьями Грота Толстого о голоде и рефератом Соловьева «Кризис средневекового миросозерцания». В это же время английская и немецкая пресса сообщает о якобы раскрытом в Москве политическом заговоре, об организации крестьянских банд в России и о забастовках железных дорог. То есть подозрительные признаки общего плана либеральной кампании. Софья Андреевна Толстая была изумлена. По-моему, они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого, Грота и Соловьева к какой-то либеральной партии, которая хочет что-то делать в смысле политическом.
рассказать всю эту подлость трудно. Соловьев отнесся к этому спокойнее. Он написал: «Обратите внимание на сегодняшнюю лжедоносную передовую статью московских ведомостей. Она отчасти и вас касается. Но не бойтесь, этот почтенный орган так много врал, что кроме его вдохновителей ему никто не верит. Константин Николаевич Леонтьев, о ком можно думать как о вдохновителе этой кампании? Константин Николаевич Леонтьев посылает своим сторонникам в московских ведомостях план из трех пунктов. Первый пункт. Сначала пусть публично духовенство осудит Соловьева. Второй пункт. Потом правительство пусть вышлет его за границу. Или навсегда, или до раскаяния. Христианское государство должно это сделать. И третий пункт. Следует запретить издавать Соловьева. Но если кто вздумает писать о Соловьеве, то можно. Но подвергать предварительной цензуре. Опровержение, нападки – хорошо, защита – нельзя. Вот таким вот образом разрешается первая задача – показать, как вредно действует Соловьев в союзе с либералами. Вторая задача – выявление противоречия религии Соловьева с догматикой православной церкви. Эта задача выпала на долю Владимира Андреевича Грингмута. В недавнем прошлом протестант, он только в июле 1978 года принял православие. На время дискуссии он был первым помощником редактора «Ведомостей», а через 5 лет, в 1996 году, с одобрения Николая II стал полным издателем-редактором газеты. В годы Первой русской революции Грингмут неоднократно пытался объединить в единое целое различные монархические организации. Грингмут написал 4 подписанные статьи, но он писал передовые статьи. И можно, видимо, при соответствующем анализе установить, но во всяком случае 4 есть. В первой статье Грингмут просит философа ответить на 3 вопроса. Первый вопрос. Соловьев говорит о том, что на прогрессистов действует некая нравственно-практическая благодать, которая и позволяет квалифицировать их действия как христианские. Второй вопрос. Соловьев, выступая против трансцендентного эгоизма, почему-то хлопочет о возможно большем количестве объектов христианской любви. А разве заслуга христианина заключается в количестве любимых им близких, а не в качестве этой любви? Третий вопрос тоже несложный. Почему? В своем реферате Соловьева отрицательно отзывается о римской государственности, которая так много способствовала оязычиванию христианства. В этом случае истинное дело Христово делал Лютер. Борьба с папизмом есть дело христианское. Почему же Соловьев не следует примеру Лютера, а сам проповедует католицизм? Вопросы Грингмута довольно простые, и Соловьеву можно было бы просто отвечать на них. При ответе на первый вопрос о нравственно-практической благодати ему достаточно было сослаться на библейский текст или на решение Святой Церкви, которое бы легализовало эту нравственную практическую благодать. Но Соловьев
уперся, что, дескать, такая благодать, выдуманная им, существует. Втором случае, вопрос от, не от, задали, почему Соловьев хлопочет о количестве людей, которых нужно, которым нужно приносить добро, а не о качестве этого добра. Соловьев, отстаивая своих социально активных христиан, заговорил о множестве оттенков более или менее глубокого, более или менее поверхностного христианства. Тогда Гринвуд спрашивает еще раз, а кто же более глубокий и истинный, а кто более поверхностный и притворный христианин? Святая Мария Египетская, святой Антоний Великий, Симеон Столпник, или Робеспьер, или Лассаль, или Карл Маркс? На этот вопрос Соловьев не отвечал. А когда третий вопрос, почему ты, как Лютер, не открестишься от католицизма, Соловьев предпочел отшутиться. Отделиться от римско-католической церкви он не может потому, что сам к ней не принадлежит. А подражать Лютеру и отделиться от нашей греко-российской церкви ему и сам Гринвуд не посоветует. Эта уклончивость Соловьева раздражала ведомости очень. И уж тогда-то газета в номере 296, где было опубликовано это письмо Соловьева с ответом, газета трижды отвечает Соловьеву в том же самом номере передовой статьей к реферату Соловьева, отдельной статьей Гринвуда ответ Соловьева и Юрия Николаева по поводу письма Соловьева. В суммированном виде агрессивно-наступательная позиция газеты выразилась вполне концептуально. У Соловьева туманное, растяжимое до бесконечности, до абсурда понятие христианства. Он молчит о церкви по существу, со стороны божественной и благодатной. Но в православии такое понимание имеется. Она есть общество православно верующих и крестившихся в Иисусе Христе. Им самим основанное непосредственно и посредством святых апостолов. Им же самим оживляемое и ведомое к животу вечному. Ни о каких неверующих христианах, двигателях общественного прогресса в этом определении речи нет. Напротив, у Соловьева истинными христианами оказываются люди, отрицающие Христа, те же Робеспьер, Лассаль и Маркс, а притворными христианами те, которые его исповедуют, но держится вдали от государственной и общественной деятельности. Были претензии к Соловьевскому хилиазму. Соловьев хочет осуществить Царство Божие на земле в том виде, в каком оно должно, по учению Божественного Откровения, настать только в ином мире и в лоне вечности. И тут Соловьев приходит в противоречие с учением Православной Церкви. Он, Соловьев, постоянно толкует о каком-то нравственном практическом перерождении человечества посредством Христа. Тогда как православная церковь учит, что Христос пришел на землю для духовного перерождения каждого отдельного человека. Царство Божие внутри нас есть, учит нас Евангелие. И Гринвуд заявляет, больше я не спорю с Соловьевым. Он любит увертываться, он непримиримый враг ясных вопросов и определенных ответов. Пусть он лучше заявит, согласно его учению с православной церковью или не согласно, да или нет. И на этот вопрос Соловьев был вынужден давать ответ. Гринвуд и не думал, что он подставил ловушку для Соловьева. Соловьев отвечает. Прежде всего, я охотно дам ясный и категорический ответ. Да, свое понимание христианства я считаю совершенно согласным с учением Православной Церкви, которое находится в Священном Писании, в вероопределениях семи вселенских соборов и творениях святых отцов,
начиная от мужей апостольских и кончая святыми Максимом Исповедником, Иоанном Дамаскиным, Федором Студитом, Тарасием и Игнатием Константинопольскими. Вот тут ловушка захлопнулась. Гримгмут сразу увидел, что Соловьев, называя имена основателей христианской церкви, заканчивает их на Игнатии Константинопольском, то есть на непосредственном предшественнике Фотия, при котором Западная Церковь отделилась от Святой Православной Церкви. И Гримгмут поясняет, ведь в таком же смысле, как господин Соловьев, и каждый иезуит может назвать себя верным сыном православной церкви, подразумевая под этим не всю православную церковь, а только часть ее. Таким образом, Соловьев не захотел принять во внимание ни православное исповедание Кафолической апостольской церкви Восточной, 1640 года, ни послание патриархов православно-кафолической церкви о православной вере 1672 года, ни, наконец, православного катехизиса, издаваемого по определению Святейшего Синода. И если Соловьев не принимает во внимание эти изложения православной веры, если не на этих изложениях он основывает свое понимание христианства, то он не должен считать свое понимание христианства согласным с учением Святой Православной Церкви, не может считать себя православным. Соловьев признается в своем неправославии. Ну и, наконец, свой вклад в обнаружение действительного содержания происходившего в России возрождения религии сделал Петр Евгеньевич Астафьев, знакомый Константина Николаевича Леонтьева, цензор вопросов философии и психологии, член психологического общества. Но в нападках ведомостей на Соловьева он участия не принимал. Он опубликовал большую статью в 4 номерах другой московской газеты, большую статью «Религиозное обновление наших дней». Он в этой статье показывал, что сущность религии состоит в том, что... Нет, не так. На докладе 19 октября Астафьев внимательно вслушивается в слова Соловьева о сущности религии. И она, где состоит в том, что ее истина не отвлеченно-теоретическая, а утверждается как норма действительности, как закон жизни. Вот это утверждение Соловьева вызвало несогласие Астафьева. В религии главным является иное, а именно признание трансцендентного мира, разумного, совершенного, придающего разумность и ценность земному миру. Этот мир и является главным для религиозного сознания. И если это так, тогда спиритуализм, догматизм и личное спасение – все это образует индивидуальные особенности христианства, неотъемлемые от сущности христианства. Также ни о каком хилиазме не может идти речи. Разве в земную действительность может быть перелита полнота трансцендентного мира? И вот в таком приближении христианства к действительности, которое предпринимает Толстой, которое предпринимает Соловьев, даже для того, чтобы сделать его высшим регулятором земных отношений, Астафьев увидел влияние
позитивистского мировоззрения, все еще продолжавшего властвовать в русских умах. Позитивизм все проблемы человеческой жизни разрешает при помощи науки и согласно действию общественных сил. Прогресс и есть успешное разрешение таких проблем во времени. Популярность Толстого у интеллигенции уступает теперь перед популярностью Соловьева потому, что первый Толстой выступает за упрощение жизни и, значит, выступает против прогресса, а второй заявляет себя его сторонником. Поэтому Соловьев – человек лично религиозный и искренне верующий, делая христианство источником закона для жизни и нормы, подменяет религиозную задачу задачей социально-нравственной, то есть делает то, что делает сегодня современная позитивистски-научная прогрессивная мысль. А она вытесняет трансцендентное из сознания, и теперь его можно считать излишним и даже вредным. И вот, опираясь на это положение, Астафьев по-другому расценивает религиозное возрождение России. Если по своей главной тенденции религиозные поиски Соловьева продолжают и даже упрощают позитивно-утилитарное направление русской мысли, то можно ли этому радоваться? Не имеем ли мы дела с духовным вырождением, заявляет Астафьев. Социально-культурные последствия этого процесса беспокоили московские ведомости. Они бьют тревогу. Переживаемая нами эпоха будет иметь, несомненно, роковое значение для всей будущей России. Либо мы останемся своей вере верны, своей вере и своей национальности, либо потонем в море обезличивающего, опошляющего космополитизма. Московские ведомости скорбят при виде России, которая стремглав несется по покатой дороге либерализма к пропасти. Завершаю свой доклад. Как раз в это самое время, когда полыхала дискуссия московских ведомостей и Соловьева, в Петербурге молодой, но уже известный литератор Дмитрий Сергеевич Мережковский работал над романом «Юлиан Отступник», который был первой ступенью в становлении нового религиозного сознания Мережковского. Мережковский уже тогда, в 91-м году, мечтал о новой церкви. И я просто не могу себе вообразить, чтобы он не знал об этом нашумевшем споре московских ведомостей и Соловьева. Гиппиус, правда, вспоминала, что Мережковский никогда не читал Соловьева пристально. Между идеями обоих были совпадения иногда, но совпадения, как бы встречи. И главная встреча в идее Вселенской Церкви, которая, по словам Гиппиус, пришла к Мережковскому совершенно самостоятельно и даже не вполне с Соловьевской совпадала. Верно. Не вполне совпадало. И допустим, что он пришел к этой идее совершенно самостоятельно. Тем лучше. Тогда мы говорим уже о том, что этот процесс становления нового религиозного сознания затронул многие русские умы и независимо друг от друга. Так и начинался всем известный русский духовный ренессанс, которые через 10 лет назовут религиозно-общественным.
Оно ярко заявило о себе в 1901-1903 годах 21 заседанием религиозно-философских собраний. Первое состоялось 29 ноября 1901 года, ровно через 10 лет после реферата Соловьева. И на этом заседании Тернавцев произносит вступительную речь, в которой снова восстанавливает противоположность исторического христианства, спиритуалистического, догматического и трансцендентно-эгоистического и истинного христианства, носителем которого оказывается освободительная интеллигенция. Есть много оснований думать, что в интеллигенции теперь неверующий потенциально скрыт особый тип благочестия и служения. Возрождение России возможно только на почве истинного христианства. Мережковский в революции 1905 года, цитирую, «неотвлеченно, жизненно понял связь православия и самодержавия. К новому пониманию христианства нельзя подойти иначе, как отрицая оба начала вместе». А в 1908 году в статье «Немой пророк» он высказал предположение, что на смертном одре Соловьев хотел молиться не только за евреев, а может быть и за тех безбожников, которые, не зная имени Господа, совершают тяжкую работу Господню. Тайный Соловьев у Мережковского оказывается революционером. Ибо что же, как не революция, это утверждение, будто бы Христос не в церкви среди верующих, а в миру среди безбожников. И вот эту вот тайну Соловьева уже знали Грингмут и его компания. И громко прокричали о ней, полицейскими методами пытаясь предотвратить, размыв мировоззренческих оснований русской государственности. У Грингмута ничего не получилось, и получиться не могло. А неохристиане старались. Новый путь, вопросы жизни. Петербургское религиозно-философское общество, на заседаниях которого в течение 10 лет велась разнузданная пропаганда против самодержавия и церкви. На это спокойно смотрели либералы. Они, начиная со сборника «Проблемы идеализма», 1902 год, уже эксплуатировали отдельные мотивы соловьевского христианства для обозначения своих социально-философских проектов. А потом пришел октябрь. Спасибо за внимание. Доцент Кузнецов, Политехнический университет. Вот с точки зрения классической философии, предметом философии является истина. Но вот как постичь истину? Вот есть интереснейшая работа современного философа Поля Рикера «Конфликт интерпретации». И исходя из методологии данной работы, можно было бы сказать, что каждой из великих мировых религий есть вот своя интерпретация истины. Вот если взять только христианство, мы можем сказать, что вот есть католическая интерпретация, да, истины христианства, есть православная интерпретация наша, да, есть, ну, не протестантская, а много протестантских, да, интерпретаций. И одновременно есть, конечно, интерпретация каждым христианином, ведь каждый человек по-своему понимает истину Христа, но ведь при этом есть и соборная истина христианства. И вот мне кажется, вот такое либеральное христианство Соловьева, он безусловно был, ну, с моей точки зрения, он был великий философ, конечно, но не только с моей, он был фантастически одарен, конечно.
Но все-таки вот в чем особенность его позиции, почему у него сложилась такая позиция, вот такой путь мучительных исканий, почему у него он не совпадал все-таки с православным пониманием, ну, в его соборно-православном понимании, я бы так сказал, не ортодоксально, даже соборно-православном понимании, потому что все-таки слишком для него абсолютен был собственный индивидуальный опыт. Вот для либерала в целом абсолютно вот мой опыт, вот я так вижу, вот даже не просто, скажем, я верю в Бога, вот это я верю в Бога, да, как вот кто-то высказался, да, из великих. Вот. Вот в этом смысле, конечно, он абсолютизировал свой духовный опыт, а отсюда и, безусловно, в общем-то, гордость, доходящая до гордыни, и самомнение, и видение себя пророком при, безусловном, конечно, огромной одаренности, при том, что он писал великие труды, ну, в первую очередь, конечно, оправдание добра, которое совсем, в общем-то, оправдание добра, на мой взгляд, оно вполне соборно православно. Вот не все, далеко не о всех произведениях Соловьева, можно сказать, это оправдание добра, вот оно... на мой взгляд, соборно-православно. И вот в этом, конечно, видится вот тот самый конфликт интерпретации применительно к Соловьеву и то, что он, будучи фантастически одаренным человеком, все-таки абсолютизировав свой духовный опыт, впал в гордыню пророка, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Так, прошу вас. Кашутин Олег, я больше по поводу выступил, поскольку желающих не обозначилось. Вы знаете, я большое спасибо, Александр Александрович, вы, как всегда, находите такие очень значимые вещи. И я бы сказал, такие бывают времена, когда мысли и взгляды завязываются в узел. И этот узел надо как-то разрубать. Вот вы нашли одну из таких моментов. И меня тоже вопрос зацепил вот этот об инквизиции, я тоже долго думал, сейчас вот наконец-то, мне кажется, такое составило представление. Ведь о чем идет речь, почему как бы отвергалось, вот, что вот у них там была инквизиция, а у нас нет. Но если мы поставим человека в треугольник общества, государства и церковь, ну церковь как бюрократическую институцию, да, то вот мы тогда получим вот эту какую-то как раз способ противопоставления с Западом. Ведь о чем речь инквизиция? Инквизиция – это институт, который насилие осуществляет, принуждение, надзор и так далее. А это, в принципе, по идее, противоречит некому любви, да, как христианской связи людей. И поэтому, как бы, вот это все наше желание сказать, что официально, что это вот у нас, наша православная церковь, она естественная. Она действительно христианская, она, ну, как бы народная и так далее, и так далее. И вот за этим все стояло, чтобы именно противопоставить. Но, и почему это происходило? Потому что, собственно, вот этот надзор, насилие, все осуществлялось не собственно сама церковь, а государство за церковь. Да? И в этой связи становится понятно, я помню, где-то это Соловьева прочитал, конечно, я сейчас не могу вспомнить, что он вот выдвигает тезис, бросает как бы вызов нашей церкви и говорит, что... В принципе, она не в состоянии выжить сама. Вот убери от нее государственную защиту, структуру, да, она не выживет. Ватикан ее, так сказать, поглотит просто. Потому что Ватикан живет своей как бы, жизнью самостоятельно по отношению к государству. И эта проблема, она как была, так и остается до сих пор. И вот этот взгляд между нынешним, так сказать, нашим соперничеством, как и было на пленарных докладах между нами и Европой, она сохраняется, вот это противоречие человека, вот в этих неразрешимых противоречиях между обществом, государством и церковью официально, он как был, так и есть. И вы знаете, на удивление, сегодня был, вот я просто бывает узлы, как раз был доклад автора, составителя вот этой антологии «Сталин про и контра», и вот он приводил там эту вот эту тезис о том, что, собственно, академика Панченко о том, что вот когда Петр провел реформы, что прошел процесс, что именно, ну, скажем, светская святость, что он называет. То есть, когда сакрализоваться стал роль, ну, не религиозная, а монах стал приобретать сакральное значение, такое именно вместо религиозного. И поэтому в этом смысле Сталин, он такой же, как там, например, Петр Великий, там, Екатерина, там, и, там, я не знаю, Александр Освободитель. Петр, Сталин вписался в эту роль, так сказать, наших правителей, естественных в этом смысле. И что самое удивительное, я вот почему подумал, что я буквально тоже на днях был на либеральной такой экономической конференции, выступал китаец,
Он профессор экономики, страстный почитатель либеральной экономики и так далее. Он был в Швеции вообще. Но он натуральный китаец, он жил во времена культурной революции, все дело. И он привел такой тезис, что почему в Китае хорошо идут капиталистические рыночные реформы. Потому что они идут, но при этом висит портрет Мао. И я ему спросил, а он говорит, а вот вы неправильно делаете, что вот это дело. А я говорю, что из вашей получается, что нам нужно было проводить рыночные реформы в 90-х, при этом оставлять портрет Сталина? Ну вот, собственно, он как бы подтвердил эту мысль, что так это было. И почему как бы получается, что за этим стоит, что сохранение вот этой какой-то общей неразрывности единства, в то же время можно проводить какие угодно реформы. Мне кажется, что это для нас невозможно. И невозможно именно потому, что этот тезис, все-таки наши либералы, вы называете это либералы, мне кажется, что они либералы, слабые, я всегда это говорю, наши, в отличие от западных. О том, о чем говорил Ленин, что либералы Запада это одни проводили реформы, а наши либералы не в состоянии проводить реформы. И поэтому мы, большевики, должны делать то, что на Западе делали либералы. Только делать будет более быстро, сжато и так далее. И вот что касается последнего уже как бы тезис, что опять же этот вопрос, который я даже много раз уже затрагивал, что вот почему это состоялась вот эта антирелигиозная такая кампания и так далее. Что ведь Ленин, он, у него нет ни одной, вообще вы не найдете, чтобы он там выступал против религии. Он утверждал прямо, что религию уничтожить нельзя. Он там... Там масса всяких свидетельств, которых это, во-первых, всяких этих мифов там говорил. Но он понял одну простую вещь, что можно и нужно, по его соображениям, изменить положение церкви в обществе. То есть не бороться с религией, а изменить положение в церкви. И вот эту доктрину ее осуществляли от Ленина до Брежнева все. И Сталин, и все остальные, даже Брежнев. И начал делать там что-то другое дело Горбачев, но вот эта доктрина, она поэтому и состоялась. Поэтому у нас как бы религиозность, она сохраняется, при этом не какая-то непонятная религиозность, потому что люди не ассоциируют себя с церковью, но ассоциируют себя с религией. Они говорят, я православный, но в церковь не хожу, да? И в этом смысле вряд ли что можно тут сделать. Либералы тут, к сожалению, наши ничего не могут. Они могут писать красивые книги, делать красивые доклады. Они очень умные, но, к сожалению, как мы видим и сейчас, какого-нибудь Кудрина и так далее, что ничего они из себя не могут представить. Но Соловьев, конечно, это масштабная фигура. Спасибо. Да, пожалуйста. Почему вы решили, что Кудрин либерал? Он типичный консервативный экономист. Я с вами согласен, но если мы вернемся в 90-е, конечно, он типичный консерватор, но он сейчас ретроград. Я бы сказал, даже Чубайс даже не либерал, который нам в 90-е говорил свободу. Чубайс это вообще ретроград. Хуже там дореволюционных, по моим представлениям. Он просто это не высказывается, но вот даже из того грамотных мелких каких вещей, которые он говорит, это, вот я, это всегда и все это прекращается. Вот эти прогрессисты, которые говорилось, они вот этим всем и заканчивают. Они начинают с либеральных идей, с идей свободы и так далее, а заканчиваются, что они превращаются в консерваторов. Это типичный российский путь. Нет другого выбора. Владимир Григорьевич. Да, Владимир Григорьевич. Я хотел, конечно, поблагодарить вас, что вы подняли эту тему. Но вот как раз 22 года назад, когда мы с Николаем Петровичем и Лениным стали издавать журнал «Русское самосознание», в первом номере была посвящена эта статья об обновлении Астафьева. Ах, вот это. Да, то есть она здесь была. Это здорово. «Московский листок», он печатал до вот сюда. И такой большой вступительный статьей Николая Петровича, который очень разделял позицию Астафьева. Да. Поэтому, собственно, как-то мне трудно касаться, по сути, вы такую, сказали, общую картину. И я тоже как бы сейчас как бы иначе посмотрел, вот, что мы можем из этого диспута сейчас воспринимать. Вот как я сейчас воспринимаю? Ну вот я понимаю, что Соловьев как бы взял себе роль пророка.
вот он не был пророком все-таки. Может быть, философом, может быть, большим или там, каким-то значительным, но он сделал роль пророка. И вот отсюда его та идея теократии, которую он продвигал, и которую, кстати, потом и отказался, между прочим. А вот в истории, значит, из этого народа, в Израиле, там был период пророков, был период судей, но потом, значит, собственно, значит, иудеи захотели жить как все. То есть у них, чтобы был, у них был царь. И отказались от этого. И, собственно, вот Самуил перед Богом стал жаловаться, что вот они это не понимают. И Господь сказал ему, что ты обижаешься? Они тебя не обидели, а меня. Хотят жить при монархии? Ну, буду жить при монархии. То есть я хочу сказать одно, что вот есть определенная тенденция в развитии отношения человека с Богом. Ну, вот, был пророческий период, был судей период, был, вообще говоря, монархический, а сейчас, между прочим, другой какой-то период, и надо сейчас осознавать, мы не можем. То есть в этом плане, как бы, значит, Соловьев как бы такой сверхконсерватор, сверхреакционер, по сути дела, потом хотевший историю вернуть вообще назад. Но история назад не возвращается. И вот мы сейчас даже не знаем, какой. А что сейчас? Сейчас республика. Уже 100 лет как республика. То есть то, что мы говорим православие, самодержавие, народность, это уже отошло. Вообще сейчас другая форма правления, 100 лет. И церковь выстраивает новые отношения с государством, это уже не симфония. И вот это тут очень важно каждому вот православному человеку найти как бы свое понимание. Вот те вопросы, которые он поднял, догматизм. Церкви, вообще говоря, несколько догматов, которые, честно говоря, ну как какие-то есть моральные законы, которые мы не можем, они не устаревают. Вообще-то говоря, не делай ближнему то, что не хотел бы сделать тебе. Это всегда, во все времена это будет. Точно так же догматы, такие истины о Боге, которых вообще-то только и возможно как-то правильно смотреть на этот мир. Дальше там личное спасение. Но вот мы читаем Серафима Саровского «Спасись сам». И тысячи вокруг тебя спасутся, собственно, вот. То есть нельзя переделать человека, собственно, внешне. Надо прежде всего обращаться к его душе. И вот тут церковь как раз, он не понимал вообще-то, как бы, сути церкви. Она обращалась к человеку, к его внутренней жизни, вообще говоря. Вот. Ну, я как бы не буду здесь долго что-то рассматривать, чтобы задерживать. Но вот, тем не менее, вот эти вопросы, или участие в социальной жизни. Сейчас ведь тоже церковь все обвиняет, что она должна больше участвовать в социальной жизни и прочее. Вот. Но эти вопросы как-то вот и нужно решать объективно и видеть, к чему, в конце концов, Соловьев пришел и отказался от идеи теократии. Все вот эти его какие-то следующие идеи, они привели, опять же, так называемое обновленчество. То есть все такие какие-то мертворожденные явления, чем говоря. Вот. А так, большое вам спасибо за доклад, что вы это подняли. 22 года разные данные. Вот, значит, именно эта статья, которую вы рассмотрели. Спасибо. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить ваше внимание на те существенные изменения в русском сознании по отношению к христианству, вот, которые происходили в те времена, вот, когда, значит, Соловьев вот, выступает на заседании психологического общества. Какие-то существенные, значит, изменения. Я имею в виду, конечно, русскую литературу, русскую классическую литературу, в русле которой, значит, вот эти изменения происходили серьезнейшим образом, и они не могли не повлиять на миросозерцание самого Владимира Сергеевича Соловьева. Значит, но напомню, как бы, значит, известные истины, да, что уважаемый, значит, и почитаемый Соловьевым, значит, Достоевский говорит о свободной вере, то есть о вере, которая не опирается на те скрепы, на те опоры, которые традиционно, значит, о которых традиционно говорит традиционная православная церковь. И что имеет в виду? Значит, это чудо, значит, авторитет и тайна. Три опоры, на которых опирается по Достоевскому. Значит, и не обязательно про православную, вместо исторической формы церкви. В этом же русле развивает, значит, вот идею
значит, нового взгляда на христианство. Но нового, это значит, это не значит, что это новое, идущее вразрез с истиной Христа. Это, в этом же русле развивает христианскую идею, значит, Лесков, особенно в своих проложенных историях. И мы видим, что многие его проложенные истории были запрещены, особенно вот это сказание под названием «Гора», да, где он говорит о потаенном христианстве, о христианстве, которое развивается внутри сознания человека. И, наконец, Лев Николаевич Толстой, значит, покидает вот это, значит, поприще художественной формы деятельности и занимается сугубо религиозными вопросами и пишет такие вещи, которые, в общем-то, известны были широкой общественности, но официально не были опубликованы, да и сейчас в нем соблюдных не найдешь. Я имею в виду «В чем моя вера», «Царство Божие внутри вас», «О жизни», вот эти главные его произведения, большие, серьезного плана. Значит, и в этом русле развивалась мысль Соловьева. Вот. И если мы обратимся вот к некоторым, значит, несколько шагов сделаем до этого события, реферата 1991 года, то в русской идее хорошо просматривается вот та самая мысль, которая будет потом развиваться и вот в этом реферате. Он говорит следующее, что тело России свободно, но национальный дух еще ждет своего 19 февраля. Что это за национальный дух? Он же не в отрыве от христианства, не в отрыве от религии. И Соловьев говорит, что, значит, я процитирую в некоторые моменты, что национальный дух – это религиозный дух истины, значит, религиозный дух нации, которому необходимо открыть путь к полноте, к полной истине, освободить этот путь от искусственных преград императорской церкви. Так он говорит в русской идее. Произвести крещение теперь уже не водой, а духом истины. Какая же здесь индивидуальность со стороны Соловьева? Он как раз и пытается, значит, обратить, значит, внимание общественности на идею вот всеобщего обновления. Вот эта мысль получает у него развитие, еще раз напомню, вот в этом самом реферате, и где он примерно то же самое говорит, что истинное христианство – это христианство, перерожденное в духе истины, духовное, однако церковь, вот здесь критикуется именно историческая форма, значит, христианства, или говорит, христианское человечество, не научилась мыслить по-божьему. А что значит мыслить по-божьему для Соловьева? Это же, опять же, не мыслить, как мне нравится. Это мыслить объективно. И он вдруг, значит, уже философским языком говорит об этом, ну, в других работах. Говорит примерно так, что, я процитирую хотя бы, значит, два момента, и на этом завершу, что необходимо ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, то есть разумную, безусловную форму. Понимаете? Вот возведя на ее, вот эту, значит, христианскую идею, на новую ступень разумного понимания. И только таким образом можно оправдать веру отцов. Это точка зрения Соловьева. И смысл, в конечном счете, сводится к тому, чтобы вот этим истинным веры, значит, ну, понятым, значит, разумно, философски, или, иначе говоря, по-божьи, значит, вот этим истинным верам, значит, необходимо дать возможность, чтобы они образовали вот жизнь человечества, жизнь, значит, прежде всего, русского народа, который является вот центральным пунктом в преобразовании всего человеческого вот этого самого мира, да? Ибо в нем, значит, два момента Востока и Запада присутствуют, и это тоже подчеркивает Соловьев. Спасибо. Спасибо. Революция начинается не тогда, когда Ленин забирается на броневик, а тогда, когда общество вдруг осознает, что оно в тупике, и что дальше так жить нельзя. Каковы признаки этого? Появляется общественный деятель, который об этом говорит прямо. Вот это сделал Владимир Соловьев. Что такое 91-й год для России? Развитие любого государства проходит только две стадии. Реформы, стабилизация. Реформы, стабилизация. Причем парадокс развития заключается в том, что рост государства, усиление экономической мощи происходит в период стабилизации, а не в период реформ, который обычно представляет собой хаос. Так вот, что такое 91-й год для России? Закончились реформы Александра II. Пришел Александр III,
началась стабилизация и отдача предшествующих реформ, быстрый экономический рост России. Но при этом, поскольку реформы остались незавершенными, все ощущали некоторую вот невозможность продолжения того, что началось, скажем так. И эта невозможность ощущения как раз и порождала определенные поиски. Они бывают в любой стране. Обычно эти поиски разделяются по двум координатам – социальные доктрины и религиозные доктрины, если общество религиозно. В социальных координатах это звучит так. Государственный механизм не может работать, и это хорошо показал голод 91 года. Если у нас христианское государство, если у нас все в порядке, то откуда голод? Значит, не все в порядке, значит, надо что-то менять. Причем даже тогда даже было понятно, что менять. Поскольку в такие периоды обычно появляются перспективные социальные идеи. Такой идеей был социализм. Вот немножко странно, Александр Александрович, что вы о нем не упомянули. Эта идея ведь охватила не Россию, она охватила сначала Европу, а потом пришла в Россию. Вот можно жить иначе. Вот он мир, социалистический мир. Это прекрасный мир, где все люди равны, где не будет эксплуатации, где не будет бедных и богатых и так далее. Кстати, замечу, что тогдашний европейский либерализм и российский либерализм от социализма практически не отличался. Потому что мы социализм воспринимаем из сегодня, уже сквозь сталинский астигматизм, сквозь гражданскую войну, да? А тогдашний романтический социализм, царство Божие, только в светском формате, оно ничем не отличалось от либерализма. Были просто жесткие социалисты, были мягкие социалисты, которых называли либералами. Вот и все. Вот была либеральная идея, да? Была идея охранительная в социальных координатах. Нужно все оставить как есть. Вот 1000 лет стоит русская земля, на монархии, на православии, так она и должна стоять. Эта идея тоже очень четко была высказана. Вторая развертка в этой же ситуации – религиозная. Обычно пытаются, если общество религиозное, пытаются трансформировать религию. Вот то, что сделал в свое время Лютер с католицизмом. Такую попытку, видимо, я говорю, видимо, попытался предпринять Владимир Соловьев. Он не смог, и, на мой взгляд, он не смог ее совершить. Он не предложил ничего внятного. Он только сказал о том, что христианство должно быть иным. Вот я бы тут обратил внимание на одну вещь. При развертке религиозной идеи обычно и инноваторы, каковым был Владимир Соловьев, и традиционалисты, его оппоненты, обычно взывают к одной и той же мысли. Надо очистить христианство от позднейших наслоений, надо вернуться к первичным его постулатам, и вот тогда мир станет иным. Между прочим, если вы посмотрите на современный ислам, там обе идеи очень хорошо выражены. Я только что был на исламской конференции. Там точно так же высказывается идея, пора вернуться к истокам ислама. Да, вот победит ислам, настоящий, истинный ислам, и наступит счастье и благоденствие. Значит, вот такова развертка была. Эта развертка обычно и показывает, диагностирует, что общество находится в тупике, что нужно что-то менять. Причем что менять? Обычно вот этот вопрос вызывает больше всего дискуссий. Любопытно его решила католическая церковь. Она же находилась в такой же ситуации. Вся Европа тогда находилась в такой ситуации. Понятно было, что старый мир выдохся. Так вот, любопытно решила его католическая церковь. Как раз в конце 90-х годов католическая церковь впервые в истории стала защищать не власть от народа, а народ от власти. Вот именно тогда стали образовываться христианско-социалистические партии, ну, социалистические чуть позже они получили название, христианские партии, которые стали требовать у власти прав для народа, и их поддерживала католическая церковь.
На этом католицизм и выстоял. А вот Русская Православная Церковь на такой поворот оказалась, к сожалению, не способна. С этого момента, как мне кажется, и началось умирание православия в России. Вообще любая религия время от времени умирает. Тут ничего не поделаешь. Это тоже историческая закономерность. Я напомню, что когда... А, вот даже, может, не об этом. Есть такое исследование у Бориса Миронова, у социолога, да? Он проверял православность истинной сферы русского крестьянства. Как он это делал? Любопытный ход. Он поднял... Есть Великий пост, когда церковь требует воздержания, да? Так вот, он поднял метрики рождения через 9 месяцев. Есть воздержание или нет? Родились дети или не родились? В крестьянских семьях упала рождаемость процентов на 20 всего. В городах на 1%. Вот не надо забывать, что христианство было тогда, православие было официальной религией. Заявлять о том, что ты атеист, было просто опасно. Поэтому все время от времени ходили в церковь, крестились и так далее. Но вот это была настоящая практическая проверка. Вот когда нет власти, когда никто не смотрит, соблюдаем мы христианские принципы или не соблюдаем? Вот 1% в городах. Да? Я, кстати, напомню, что когда отменили обязательное причастие, то оно упало с 96% до 10%. Вообще 10% – это нормальный процент верующих в любой стране. А чем-то я хотел закончить, какая-то у меня была умная мысль. А, так вот 91-й год. Вот тогда началось, на мой взгляд, началась расплываться реальность российской государственности. Не было найдено реального выхода. Надо было продолжать реформы. Александр III этого не хотел. Пришел Николай II. В принципе, он должен был начать новый цикл реформ. Но вот здесь нам не повезло с государем. Как вы знаете, в первой своей речи, коронационной, Николай II сказал, что надо оставить, как он сказал, все эти бессмысленные мечтания. То есть все будет как раньше. А это значит, что развитие России начало останавливаться. И пришел 905 год, поражение от Японии. А потом революция. И вот эта революция уже заставила проводить реформы. Обратите внимание, что с этого момента, с 91 года, Русская Православная Церковь уже не имела авторитета в российском обществе. Об этом говорят многие исследования. Видимо, 91 год, на который вы нам указали, действительно был какой-то вот изначальной точкой поворота, точкой перегиба исторического развития. Спасибо. Заявление. Ну, во-первых, конечно, очень многого я не мог раскрыть, потому что есть определенный регламент нашей работы, а тех, кто помоложе, я бы, конечно, призвал к тому, чтобы сделать на этой теме кандидатскую диссертацию или монографию, тем более, что это действительно выступление Соловьева было чрезвычайно существенным элементом 1891 года, который во многих книжках определяется как год поворота в русской истории. У меня исчезло то, на что намекнул Александр Геннадьевич. Русская литература, ее движение. Конечно, это я все оставил в сторону. У меня исчезло материалы по критике Московскими ведомостями Толстого. И получается вот две параллельные линии. Критика Соловьева и критика Толстого. У меня совершенно исчезла такая вещь, как судьба Московского психологического общества и судьба Николая Яковлевича Грота, который ведь подал в отставку
с поста председателя этого общества, и его общество уговаривало забрать, ну и целый ряд других моментов, как отношение, предположим, Константина Петровича Победоносцева к этим событиям, совершенно самостоятельный сюжет. То есть в общем и целом этот эпизод приобретает немаловажное значение, тем удивительнее, что в литературе нашей по Соловьеву он отражен весьма приблизительно, весьма примерочно. У Евгения Николаевича Трубецкого вообще нет ни слова об этом. Евгений Николаевич Трубецкого. Дальше. Все, кто писали о нем, писали также, ну, назвав темы и только. Так что работа предстоит, и вот это было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь взялся за хорошую, большую работу по этому. Теперь, что касается меня самого, что я, собственно говоря, хотел сказать в качестве неких выводов и назиданий. Имея в виду 1917 год, имея в виду предстоящий 2017 год. Первое. Само общество размывало свои собственные основы, само общество созревало к катастрофе. Это вот раз. Второе. Обе стороны по-своему правы. Правы были правые, которые боялись революционных потрясений. Правы были левые, если можно назвать Соловьева левым, конечно, которые знали, что так жить нельзя, надо же что-то делать. И из этого складывается наша ужасно противоречивая история, когда обе стороны правы, а получается бог весть что, никуда не годные. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы в это время появился какой-нибудь умный человек, а не Николай Александрович Романов. А где их взять? Во всяком случае, для каждого из политических деятелей, общественных деятелей должно быть законом. Тише, тише срывайте с древних идолов одежды. Поаккуратнее будьте с традициями и поаккуратнее с новациями. Но это по главному, а по менее главному, русский духовный ренессанс, он начинается значительно ранее, чем 1901-1903 год, или даже 1892 год, когда выступает Мережковский, а потом Брюсов. Русский духовный ренессанс начинается уже там, в XIX веке. Спасибо всем за внимание. До свидания.